Travelers in Dubai will soon be able to enjoy scenic routes with the addition of aerial vehicles to the public transport network. Commuters in Dubai will soon be able to move around the Emirate without having to worry about traffic while enjoying panoramic views of the city aboard futuristic skypods. Здесь, под одной крышей, собрались энтузиасты, объединенные весьма необычной идеей. Проект века, так назвали ее многие ученые. Вот здесь поверх эстакады, то они А здесь, в упрощенном масштабе один к одному, показана эта путевая структура, которая выведет миллионы тонн грузов. И выплавив сталь там, мы получим сталь, свойства которой будет в десятки раз лучше, чем на Земле. Данная концепция, фактически это первая концепция, она экогенна. Специалисты же называют его струнным модулем, потому что рельс, по которому он движется, напоминает по форме струны. Более 20 лет академик Анатолий Юницкий корпел над чертежами принципиально нового вида транспорта – модуля струнно-транспортной системы. На сегодняшний день в мире нет аналогов его изобретения. Поезда будущего будут не ездить, а скорее летать. Такую железную дорогу еще только предстоит построить. Представьте, вашу машину вместе с вами помещают вот в такую капсулу, и вы едете внутри нее. Впрочем, и без машины вы можете отправиться на работу или даже со всей семьей в отпуск по рельсам над землей. От Москвы до Петербурга всего 2 часа. Да, скорость нового транспортного средства может доходить до 500 км в час. Покататься на нем можно будет уже в этом году под Москвой. В Коломенском парке стоит точное воплощение того, что уже некоторые окрестили транспортом третьего тысячелетия. Струнная транспортная система. Пока в машине. До севера вы сейчас развернуться, построить здесь, вот туда будет окончательно вывод сделан. А условия создадут. На Озерах прошли первые испытания уникальной транспортной системы. Совсем скоро в эксплуатацию там будет запущена воздушная струнная дорога. 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес ЗИЛ оснастили специальными шасси с двумя рельсами. Всем привет. Сегодня у нас среда. Это значит 20.00. Это значит, что мы встречаемся с вами и обсуждаем технологию Skyway. Специально для белорусов мы сейчас запустили цикл вебинаров по средам в 20.00. И вот так вот в небольшой такой тесной компании мы встречаемся и рассказываем про технологию кратко, вот, освещаем какие-то последние новости. Ну, и, в общем-то, общаемся, отвечаем на вопросы и немножко поддерживаем информационное поле. Сейчас в связи с тем, что в связи с пандемией, в принципе, весь 2020 год он потихонечку переходит в онлайн. И поэтому сейчас встречи, допустим, раньше проводились, допустим, у нас тут в Гродно на регулярной основе, в Минске проводились встречи, живые встречи, в Витебске проводили живые встречи. Но сейчас мы будем объединяться вот в такой вот онлайн-комнате всей Белоруссию. Вот если у нас какие-то будут гости из-за границы тоже. Рашидат, добрый вечер. Если будут вот у нас Рашидат из Дагестана присоединилась. Поэтому, в принципе, будем рады всем. Так, если меня слышно хорошо, тогда, в принципе, давайте начнем. Сейчас я пробегусь довольно, наверное, быстро по слайдам о технологии расскажу. Вот, и у нас будет сегодня специальный гость, которого я озвучу чуть позже. Вот, и он расскажет очень интересный опыт по применению технологии, ну, не такой технологии, но вот что-то похожего в одной из стран, то есть на земном шаре. То есть будет очень интересно. Но это будет чуть ближе к концу. Итак, меня зовут Алексей Наумович. Я по образованию инженер-программист. Это по первому образованию. 10 лет работал в IT-индустрии. Вот, и с 2014 года я узнал про проект Skyway. Вот, и в нем я уже участвую не как разработчик, как инженер, потому что до этого у меня был опыт опыт участия в стартапах, в том числе там, в американских стартапах, как программист, как разработчик. А в данном случае я участвую здесь больше как партнер и как инвестор, как человек, который продвигает проект. Вот таким образом, сегодня уже у нас на дворе 20-й год, вот 6 лет, все 6 лет мы продвигаем
проект Skyway. Все начиналось с картиночек. Картинки были не такие, как сейчас, они были попроще. Вот, но со временем мы только все больше и больше радуемся, как все это в реальности воплощается еще даже более красиво, чем это было на картинках. Справа на картиночке у нас Анатолий Дарович Юницкий, это наш самый основной основополагатель технологии. И вот это тоже одна из фотографий недавних. В сентябре мы встречались в Мариной Горке в экотехнопарке. Здесь видно наши, вот есть лидеры из Гродно, из Минска, также приезжал Владимир Маслов из Эстонии, Анатолий Дардович со своей супругой, Ольга из Германии, то есть такое было, ну, довольно-таки интересное было общение. Вот, и очень довольно-таки плотно стараемся всегда поддерживать, помогать, развивать проект. Так, ну вот такая вот картиночка интересная, это открытка 1914 года. В 1914 году так представляли художники того времени, каким будет мир через 100-200 лет. Ну, даже скорее через 200 лет. То есть таковой будет Россия через 200 лет. Ну, мы видим сверху поезда, такие интересные, подвесные. И, в принципе, они были очень близки, вот, только немножко ошиблись со сроками, так как это все реализуется немножко раньше. То есть это уже на 100 лет раньше. Вот еще одна такая же фотография. Вот. И сейчас подробнее, зачем же все-таки поднимать транспорт над землей. Об этом поговорим. Ну, прежде всего, понятно, я думаю, что ни для кого не секрет, это безопасность. Пробки. Вот здесь на картиночке ясно видно, что вот Индия, да, где-то это, видимо, Китай. То есть ситуация на дорогах очень печальна на самом деле сейчас. И даже не говоря уже про дальние страны, типа Индии, Китая и других. Даже в нашем Минске, в принципе, в часы пик я стараюсь не ездить. То есть я стараюсь ездить всегда где-то в серединке, то есть либо там после 9 утра, либо там до 6 вечера, потому что в 9 и в 6 уже ездить довольно сложновато. Поэтому ситуация на дорогах, она такая уже напряженная, во многих странах катастрофическая, вот, и это одна из больших проблем. Точно так же, такая же проблема, она существует и в грузоперевозках, то не только в пассажирских перевозках, но и в грузоперевозках. Есть порты, которые приходят. Сама логистика, допустим, от порта до порта, она нормальная, но как только контейнер приходит в порт, дальше возникают огромные вопросы и сложности с тем, как его переместить уже по суше. Вот, поэтому это тоже большой пласт вот такого совершенствования. Ну и тоже очевидно, что кто-то борется, допустим, северные страны борются со снегом, допустим, Канада, Россия, то есть приходится чистить снег. Страны, которые находятся поюжнее, они борются с песками. То есть это может быть даже еще хуже, чем снег. То есть это у нас хоть это раз, там, ну, грубо говоря, 3-4 месяца в году, а у них это ежегодно на постоянной основе. То есть где-то смывает паводками, проблемы есть. Также, естественно, загрязнение окружающей среды. Это продукты нефтепереработки, нефть, где-то аварии какие-то, выхлопы из автомобилей. 90% выхлопов в городе – это именно автомобиль дает. И вот, допустим, если летом ходишь по городу, запах более-менее такой, воздух чистый, то выходишь на улицу сейчас, когда уже нету листвы, и прям чувствуется, вот у нас, я живу в Минске, в центре города, и выходишь на улицу, и чувствуется запах, ну, такой, как какой-то горечи уже идет в воздухе. Поэтому это все вот это выхлопы, которые, естественно, влияют на здоровье людей. Это тоже тоже большая проблема. Вот. Ну, это картиночка больше из прошлого, но тоже, тем не менее, показывает, какой неэффективный транспорт. Ну, хотя бывает, знаете, бывает в каких-нибудь Осиповичах или где-то еще, то дизеля также коптят, то есть не почти так же. Вот, так что такое тоже встречается до сих пор. Иногда думают, что пересадив транспорт на электрическую энергию, мы решим эту проблему, но не совсем так, потому что сейчас, ну, может быть, когда появятся альтернативные источники энергии, решится этот вопрос, но сейчас, чтобы получить электроэнергию, необходимо где-то сжигать там, или уголь, или газ, или нефть, то есть, ну, коптить тоже будет, но будет коптить где-то в другом месте.
Вот поэтому это тоже такой как бы вариант, ну, мера, но полумера. Вот. Ну, хотя тоже это сейчас вот Европа переходит на электромобили довольно активно, вот так что тоже определенный шаг в сторону экологии. Большой расход энергии. Большой расход энергии, ну, тоже я думаю, вопрос очевидный. Все видели, как строятся у нас дороги. Вот сейчас строится дорога Минск-Микошевичи. Вот я лично ее наблюдаю постоянно. И, ну, она строится уже, наверное, лет 6, наверное, строится. То есть, и она участочками, там, по 5 километров, по 5 километров. И это очень затяжной процесс. Это необходимо делать, вырубать леса, это необходимо делать специальные такие подушки для. То есть это, ну, это огромная-огромная трудозатратная часть, чтобы проложить дорогу. То есть это меняются и тропы для миграции животных, это сносятся целые деревни, потому что смотришь, там, где раньше была там дорожка, проходит, там, где расширяется, там сносится, целыми домами сносится, и как бы люди тоже из этого страдают. Что касается горной местности, здесь то же самое. Если необходимо проехать поезду, видите, здесь вот вырубили целый туннель. Вот, а это все очень затратно, это все очень ну, дорого стоит. Помимо обычных наземных способов передвижения, люди начали задумываться, каким образом его поднять над землей, чтобы избежать этих вот перепадов местности. И вот здесь видно тоже такие вот примеры дорог, но это тоже дорого и не очень эффективно. Вот поднимали этот Вупперталь, город Вупперталь, немецкий город, тоже уже это вот 90 лет назад. Картиночка очень интересная. То есть этот транспорт до сих пор, кстати, ходит. То есть, но идея хорошая, но реализация физическая немножко. Ну, уже не современная. То есть это много металла, много. Ну, тяжеловато смотрится эта конструкция. Поэтому идея хорошая, но ее необходимо было бы доработать. Китайский вариант. Это варианты там всевозможных канатных дорог, фуникулеров и так далее. И Анатолий Эдуардович Юницкий, тот, который был в самом начале на слайдах, он решил все-таки найти то идеальное решение, которое бы могло обеспечить комфортное, безопасное, дешевое, то есть энергоэффективное решение, которое бы позволило решить все вышеперечисленные вопросы. Вот, и такое решение он увидел у себя в голове еще давным-давно, то есть он занимается, всю жизнь занимается транспортом, еще со студенческой скамьи, то есть с 1977 года. Он представил, каким мог бы быть транспорт, чтобы он был максимально эффективным. И вот то, что вы видите на картинках, это уже физическая реализация, готовый продукт, который уже сейчас передвигается в Беларуси, на котором уже ездили люди и который уже функционирует. То есть это не у нас сегодня на дворе 2020 год, это уже не 2014 год, когда у нас были картинки, это уже реальное воплощение. Транспорт называется струнным транспортом, так как в основе рельса лежит струна. Вот. Но сам рельс, он представляет собой вот такой вот прямоугольный короб, в принципе, похожий по виду на железнодорожный рельс. Вот. Но внутри этого рельса есть специальное наполнение и струны. Вот эти струны обеспечивают как раз-таки идеальную, ну, во-первых, легкость, гибкость, жесткость необходимую и расстояние, любые расстояния. То есть ну, это позволяет очень вот даже вот до таких вот огромных расстояний, то здесь, допустим, 10 метров, наверное, 400 метров, вот за счет того, что используется струна, такой струнный рельс, оно позволяет ну, большими пролетами довольно-таки изящно осуществлять передвижение над землей. Ну и, в принципе, струнный принцип, он уже используется повсеместно довольно-таки давно в строительстве вантовых мостов, в железобетонных конструкциях, то есть он, ну, сам принцип преднапряженной струны. Поэтому, ну, это уже как бы проверенный способ. Ну, в чем еще преимущество того, что перемещение над землей? Ну, естественно, это идеально ровная поверхность, то есть мы не привязываемся к горам, мы не привязываемся к местности никакой, то есть нам не надо закапывать реки, нам не нужно срезать холмы, то есть достаточно просто поднять опоры, натянуть между ними струнный рельс, и в принципе это уже готовая трасса, которая может перевозить людей, грузы и, ну, в принципе, все что угодно.
Вот несколько вариантов подвижного, несколько вариантов путевой структуры. Вот сверху мы видим городской вариант, легкий. Скорость перемещения до 100-150 км в час. Ну, в принципе, в городе быстрее и не надо. Второй вариант мы видим, здесь уже совмещенная идет ферменная конструкция. Здесь снизу ездит городской транспорт, а сверху ездит высокоскоростной. Так вот, этот высокоскоростной транспорт может развивать скорость до 500 км в час. 500. Вот, потому что иногда путают вот с третьим вариантом и говорят, что как ваш подвижной состав может двигаться 500 км в час, если тут будут горки. Ну, вот здесь мы видим, идет трасса с провисом. Вот когда у нас высоко большие расстояния между двумя анкерными опорами, то можно делать с провисом. Так вот здесь, естественно, 500 км в час не будет. То есть здесь до 100-150. Конструкция тоже тут справа видна. То есть может быть вертикальный такой вот у нас рельс, может быть горизонтальный, более гибкий. Вот, ну и жесткая структура. Тоже реальная картиночка из экотехнопарка. Все работает, все ездит, все прекрасно функционирует. Вот это тоже реальная фотография. Сверху мы видим даже подвижный состав на скорость 500 км в час. Вот. И сейчас, в принципе, все работает, но что необходимо? На сегодняшний день необходимо достроить вот эту верхнюю скоростную трассу на расстояние до 20 километров. То есть вот этот кусочек, который сейчас здесь изображен, он длиной 1 километр. На расстоянии в 1 километр разогнаться до скорости 500 км в час просто физически невозможно. То есть уже тестировали, были проводились тесты, максимум разгоняли до 100 км в час, и потом необходимо уже успеть остановиться, чтобы ну, не выскочить за пределы данной трассы. Вот поэтому участочек километр планируется в ближайшее время либо в Беларуси, либо еще в Объединенных Арабских Эмиратах, делать трассу длиной 20 км, где вполне можно будет уже протестировать вот эти скорости 500 км в час. Да, можно их тестировать на компьютере, то есть с помощью каких-то программ, с помощью какой-то эмуляции. Вот. Но, естественно, все должно быть проверено в живых, в реальных условиях, потому как ну, возить все-таки нам людей, вот они там, они Буратино, да, или там кого-то еще. То есть возить людей – это очень большая ответственность, поэтому все должно быть проверено. Вот. И чуть позже я расскажу, для чего все это, почему мы про это будем говорить. Анатолий Дарович Юницкий, про которого мы уже упоминали, это человек, это ученый, профессор, это доктор философии транспорта. С 1977 года он занимается транспортом со студенческой скамьи. Человек прошел большую школу жизни, то есть у него он очень много посвятил своего времени, он изобретатель, у него большое количество патентов, он, про него написаны целые книги, вот, и его стоит изучить его биографию, прочитать его жизнь, это, ну, это очень цепляет, честно скажу, то есть, потому что люди берут книжку о нем, открывают, и просто остановиться невозможно, настолько интересна у него судьба. Ну вот тоже одна из его книг «Струнная транспортная система на Земле в космосе». То есть у него проект, продукт Skyway Transport – это один из его продуктов, идей, которые он сейчас реализует, но сам спектр его технологий намного шире, вплоть до того, что эти струнные системы могут применяться даже в космосе. Вот. Ну и это уже отдельная история. Ну и таким образом, вот еще одна фотография, мы понимаем, что все это уже ездит, готово, реализовано. Подвижных составов может быть разных видов. Вот здесь вот, допустим, мы видим сравнение с автомобилем. Почему, допустим, расход энергии будет в Skyway меньше, чем в автомобиле? Ну и самый простой ответ это вот так, Мироненко Лилия, добрый вечер всем, звука нет. Лилия, попробуйте в настройках поискать. Так вот, расход топлива очень сильно зависит от того, какое аэродинамическое сопротивление. Недаром очень многие инженеры, ну, европейские инженеры, американские инженеры, они все работают над аэродинамикой. Они делают максимально обтекаемую форму в автомобиле, они убирают все лишние детали, они просчитывают, как будет идти аэродинамический поток с той целью, чтобы максимально увеличить эффективность автомобиля, то есть увеличить, придать ему наилучшую аэродинамику. Но из-за того, что автомобиль едет по дороге, из-за того, что ему необходимо делать там зеркала заднего вида, необходимо щетки и так далее,
они не могут просто обеспечить тот уровень аэродинамического сопротивления, который есть в Skyway. Вот Skyway, видите, 0,065, а тут 0,4. То есть в 10 раз коэффициент аэродинамического сопротивления здесь эффективнее. Соответственно, это и затраты топлива, соответственно, это скорость, соответственно, это устойчивость на трассе. То есть это все, как-то, ну, грубо говоря, как пуля. Она абсолютно обтекаемая. Вот. Ну и по видам подвижного состава, так как это транспорт, городской транспорт, то он может использоваться как в городе, так и за городом, так и где-то между городами. То есть, в принципе, спектр применения любой. Ну, здесь, допустим, слева представлен подвижной состав на 14 человек. Это городской вид транспорта до 100 км в час. До 100 км он может перевозить. Вот здесь с правой стороны указан болид, уже скоростной, на 6 человек. Скорость может быть до 500 км в час. То есть это очень, ну, очень крутая вещь. Потому как в современном мире скорости, ну, не хватает современного транспорта. Иногда спрашивают, а что будет, ну, ваш транспорт ездит где-то там сверху, а не упадет ли он с этих рельсов, не сойдет ли он с рельсов? Отвечаем, не сойдет, потому как есть вот такие вот придерживающие механизмы сбоку, которые очень жестко фиксируют транспортное средство на рельсах, и оно, в принципе, может выдерживать очень большие углы, там до 30%, а то и более перемещение там в гору, то есть это сильный боковой ветер до 100 метров в секунду, то есть это очень, ну, очень надежная штука. Если взять вот все, что я выше описал, и вот свести в такую диаграммку, то в принципе мы видим, что по капитальным затратам, зелененьким Skyway обозначен, по капитальным затратам, то есть стоимость строительства дорог Skyway находится, то есть он наименьший, то есть если где-то в метро, допустим, Минское метро, там, или Московское метро возьмем, стоимость одного километра оценивается в 100 миллионов долларов. Представляете, один километр метро построить стоит 100 миллионов долларов. Это в разы, даже в порядке больше, чем то, что может обеспечить Skyway. Потому что здесь не надо рыть какие-то тоннели, здесь все намного проще. То есть вбиваются опоры, натягиваются струнные рельсы, все. То есть капитальных затрат очень мало. Эксплуатационные расходы. Что такое эксплуатационные расходы? Вот мы видели картиночки, как борются со снегом, борются с песком. Здесь с этим всем бороться не надо будет. То есть здесь не надо будет сгребать снег, здесь не надо будет разгребать песок, здесь не надо будет сметать листья, там еще что-то и так далее. Потому что он находится сверху, снежок он обсыпается вокруг, не скапливается, листики то же самое. Латать, как вот сейчас асфальт, латочный ремонт ежегодно проводить не надо. То есть эксплуатационные расходы, они тоже очень низкие. Расход энергии. Ну, расход энергии мы уже тоже описали, это вот аэродинамическое сопротивление, то есть очень плавные вот эти все формы, они обеспечивают минимальный расход энергии, то есть он тоже меньше во всех вышеперечисленных, во всех других видах транспорта. Пропускная способность может быть максимальной, то есть она даже может быть сравнима с пропускной способностью метро. Допустим, московское метро перемещает в сутки там, до 1 000 000 пассажиров. Skyway может обеспечить точно такую же пропускную способность, да и даже больше. Потому как можно пускать поезда, допустим, в Минске поезда ходят там каждые 30-40 секунд в часы пик, то Skyway позволяет сделать пропускную способность каждые там 2-3 секунды, то есть не каждые 30-40 секунд, как в Минске, а, допустим, каждые 2-3 секунды может идти подвижной состав. То есть мы пропускную способность можем делать еще больше. Загрязнение окружающей среды. По загрязнению окружающей среды тоже мы это упомянули, то есть это не надо ничего сжигать, то есть он работает на электрической энергии, очень эффективно и экологично. То есть, кстати, очень много людей, которые именно за экологию, вот эти зеленые ребята, они все очень поддерживают Skyway. Транспортная аварийность. Транспортная аварийность на минимуме, только вот за счет того, что мы поднимаем транспортное средство над поверхностью земли, то есть не по поверхности земли, где бегают детишки, где там ходят животные, где ходят люди, там, ну, биосфера. То есть как только мы поднимаем транспортную сеть над землей, разделяем биосферу и транспортную сферу, аварийность снижается просто на порядке. Вот. И если взять, к примеру, автомобиль, то ежегодно в автомобильных авариях гибнет больше миллиона, там даже до 1,5 миллионов человек каждый год
полтора миллиона человек каждый год. Это вот считай, что население целого города, Минск там 2 миллиона, ну вот почти весь Минск, он просто погибает в авиакатастрофах, в автомобильных катастрофах, то в инновационных транспортных системах Skyway транспортная аварийность может быть даже лучше, чем в авиаперевозках. То есть в авиации смертность примерно 800-1000 человек в год. То есть 800 тысяч человек в год. Автомобильные миллион и больше. В авиа 1000 человек, то есть в 1000 раз меньше. А в Skyway оно может быть еще меньше, то есть там до 100 человек. Только за счет того, что мы подняли над землей. Ну, допустим, у самолета двигатель остановился. Что с самолетом будет? Ну, он падает. Вот если Skyway двигатель останавливается, то Skyway просто остановится на трассе, люди благополучно спустятся, и, ну, и все в порядке. То есть будет целый здоровый. Таким образом, данный вид транспорта – это идеальный транспорт. Это можно просто с уверенностью отметить, что это идеальный, самый совершенный транспорт, который на сегодняшний день можно только представить. Линейка подвижных составов для разных условий. Городские, Unicar, Unibike, Univind, Unibus. Это под каждую задачу идет определенный вид транспорта. То есть технология очень универсальная. Это грузовые. Сверху мы видим даже 40-футовый контейнер. Вот эти те самые контейнеры, которые перевозят на кораблях между континентами. Огромные вот эти тяжеленные контейнеры, которые, ну, весят там под, наверное, 40-50 тонн, их можно здесь вот тоже перевозить. Вот это также, кстати, очень востребованная вещь. Вот ее и в Объединенных Арабских Эмиратах интересуются, и в Индии интересовались. То есть тоже очень востребованная штука. Это картиночка, зарисовка, как это может быть. Естественно, есть все сертификаты, естественно, проходится тестирование, испытания, все это дело патентуется, потому как технология уникальная. Вот, есть патенты и евразийские, есть патенты американские, японские, есть огромное количество дипломов, выставок. То есть за вот эти все 40 лет, которые Анатолий Дарович Юницкий строит данный транспорт, это все накопилось, очень большая база и знаний, и сертификатов, и так далее. Это одно из зданий, которое находится в Минске, вот, в котором располагается весь инженерный состав. На сегодняшний день инженерный состав уже превышает 1000 человек. То есть представьте, больше тысячи инженеров трудятся над данным видом транспорта. То есть это не где-то на коленке, там, в гараже и так далее, а 1000 высококлассных специалистов, которые были, ну, кто-то выращен, кто-то пришел из параллельных. Наша Беларусь, она, в принципе, славится тем, что и трактора производит, и МАЗы производит, и большегрузные там автомобили производит, которые ракеты перевозят. То есть, в принципе, Беларусь, она, у нее такая уже на генетическом уровне, у нее именно этот инженерно-автомобильный заложен ген. Поэтому очень логично, что данный вид транспорта появился именно здесь, в Минске. И все, ну, как бы, это просто вот уже на таком уровне, на генном уровне. Это еще одно здание, которое находится также под Минском, здесь сборочный цех. Уже налажено мелкосерийное производство. Сейчас ведется работа над увеличением производительности, то есть чтобы увеличивать количество произведенных единиц техники каждый год, чтобы можно было уже поставлять технику заказчикам, потому как сейчас очень плотно уже подошли к адресным проектам, вот поэтому сейчас идет над этим работа. Это у нас экотехнопарк в Мариной Горке. Вот мы смотрели в начале видео, там видно было, как что ездит. Вот эта площадка, 36 гектаров. Здесь уже реализовано 5 действующих трасс, 5, и еще 2 достраиваются, 6 и 7. Вот, поэтому вот тоже у нас много кто уже был, кто уже катался там. И каждый год, в принципе, проводятся мероприятия, когда призывают, приводят инвесторов сюда, гостей, вот, и каждый может потрогать, пощупать все это в действии. Тоже фотография, это реальная. И уже есть, за эти 6 лет была не только сформирована такая материально-техническая база в Беларуси, но также и появились первые, ну, пока еще не заказчики, но можно сказать заказчики, которые заинтересовались данной технологией, и это как раз-таки Объединенные Арабские Эмираты, которые заинтересовали технологией, сказали, ну, ребят, а
Беларуси у вас тут климат хороший, такой вот он у вас мягкий, европейский, а у нас тут жара, у нас тут температуры там до 60 градусов доходят, у нас тут соли много, у нас тут песок. А сможете ли вы реализовать технологию у нас? Ну, я тут дальше не сказал, что да, без проблем сделаем. Вот. Ну, и сошлись на том, что решили реализовать тоже тестовую трассу в Объединенных Арабских Эмиратах. И это будет такой, как можно сказать, салон продаж. То есть один салон продаж у нас будет в Европе, второй салон продаж будет в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот поэтому это, можно сказать, уже первый заказчик, первый успех. Вот. И сейчас там активно ведется стройка. Это фотографии оттуда, тоже со стройки. Уже все это едет. В прошлом году в ноябре катали местного шейха. Ему очень понравилось. То есть там очень высокого уровня шейх приезжал. Аль-Касим, и он дал отмашку, что давайте, ребята, продолжайте, все супер, все очень, ну, классно. И, как я уже говорил, сама технология транспортная, она, это один из продуктов, которые внедряет в жизнь Анатолий Юницкий. Вот, и еще одно направление, которая сопутствует данной концепции, это вот жизнь в таких вот эко-домах. Потому как, когда человек получает возможность перемещаться со скоростью до 500 км в час, то, в принципе, необходимость селиться где-то в городах, вот скучиваться, как муравейники, уже нет такой необходимости. То есть, в принципе, можно вынести свое жилье куда-то за город, вот, и там за какие-то считанные минуты приезжать в нужную точку, то вот эта концепция, она тоже, ну, про нее чуть позже поговорим, но это вот эко-дома, это тоже очень интересное направление. Ну и переходя к теме дорог, вот это вот образец той городской системы, которую можно сделать с помощью данного вида транспорта. То есть каждая башня, вот здесь расположены башенки, это могут быть анкерные опоры, то есть между которыми натягивается струнный рельс. Вокруг данной башенки она может выступать как административным офисным каким-то зданием, она может выступать станцией, она может выступать, ну, таким центром, как вот, бизнес-центр, в который люди решают какие-то свои вопросы, работают и так далее. А вокруг вот, будут располагаться такие домики, которые были у нас вот на этом слайдике, то есть это жизнь в таких вот домиках. Тоже это отдельная история. Вот сегодня у нас будет спикер, который расскажет как раз-таки про линейные города подробнее. И если так вот еще дальше посмотреть в перспективу, то есть транспорт есть, он эффективный, он хороший, он решает много вопросов, которые накопились уже в принципе. Можно строить линейные города. И вот представьте, что если вот застроить территорию, допустим, у той же России там, или Евразии, можно выстроить очень хорошую сеть дорог, которая будет над землей, которая ты вот садишься в этот транспортное средство, берешь свой смартфон, нажимаешь, допустим, находишься в Минске, нажимаешь там на кнопочку «хочу попасть куда-нибудь в Пекин», например, да, и транспортное средство начинает автоматически по вот этой сети, автоматически выбирает маршрут и везет этого человека в данный пункт назначения. То есть вот это вот транспортная система 21 века. То есть когда не нужно будет искать нам перекладные, там аэропорт или какой-то там автобус и пытаться думать, как же нам попасть там эффективно туда. То есть мы просто садимся в данное транспортное средство, нажимаем в смартфоне кнопочку, и он отвозит нас в нужную точку Земли. То есть даже не важно, это даже может быть Нью-Йорк. То есть соединить континенты и так далее. То есть это очень-очень большая глобальная такая технология, потенциал до 50 миллионов километров дорог, то есть это очень-очень много. Ну и в принципе, то есть можно таким образом поднять на качество новый уровень всю транспортную систему, то есть перейти от, как раньше был переход от лошадок, был переход к автомобилю, но точно так же можно сейчас от автомобиля и трамвайчиков перейти на новый уровень транспорта. И таким транспортом может быть как раз таки Skyway, потому как он соответствует всем этим новым вызовам и требованиям. Ну и, соответственно, что даст миру, это родные, ближе, путешествия без границ, полная безопасность пути, совершенный транспорт, линейные города, чистая планета. То есть это такое будущее, которое, оно уже осязаемое, которое, ну, его можно построить.
Вот. И сейчас я бы хотел пригласить нашего гостя, который нам немножко расскажет так, подробнее. Олег, если на связи, то включайся. Так, спикер. Поговорили. У нас доклад как раз таки. Здравствуйте всем. Олегом. Слышно меня? Да, Олег, слышно. Спасибо большое. Можем Олегу поприветствовать. Спасибо большое. Спасибо, Леш, за предоставленную возможность рассказать. Недавно я познакомился, ну, скажу так, я являюсь инвестором Skyway, являюсь активным продвиженцем данного направления. Вот. Я со Skyway знаком с 2015 года, в 2016-2017 годах инвестировал и, в общем-то, более не двигался. Но вот новое такое вение у меня тут, в общем-то, подключились мои родные, двоюродные сестрички, также знакомые. Вот. То есть в 2020 году, скажем так, я начал активно продвигать, и, в общем-то, есть довольно-таки успешные такие проекты, которые уже осуществляются за пределами Республики Беларусь. Но о чем я хочу сказать? Мне впечатлила информация, которую я с вами хочу поделиться. И я обозначил ее как «Линейные города – это не утопия», а, в общем-то, уже закономерность. И пример мы рассмотрим на такой стране, как Китай. Дело в том, что китайское чудо, да, оно, в общем-то, всем известно. Да? В общем-то, мы сейчас знаем, что Китай очень сильно вышел на мировую арену, как в плане экономики, политики, в общем, с ней считаются, в общем-то, уже такой многополярный мир стал. И Китай в этом играет, в общем-то, вторую, ну, максимум третью роль, а то в некоторых позициях и первую. Так вот, смотрите, китайское чудо на самом деле стало темой не только среди, в общем-то, простых людей, но и среди экспертов разных стран стало самой обсуждаемой темой. И в основе этого лежит именно строительство железных дорог. Ну, как вы видите, что если окунуться в историю, что действительно мне не придется вам рассказывать, если люди постарше, то все знают наши замечательные поезда, электрички, общие вагоны, там плацкарты, да, поэтому все ездили на море. И, в общем-то, говорить о том, как было в Китае, то, в общем-то, вы это сами все можете вспомнить активно, да. Вот. Но в середине 90-х годов было принято решение на уровне, значит, правительства, и правительство КНР решило выделить на строительство новых дорог, железных дорог, 300 миллиардов долларов. Тем самым начался бум и строительство железных дорог, и все это, самое главное, было сделано, что две вещи, которые, ну, были сказаны, что необходимо, чтобы было с запада на восток проведены дороги и с севера на юг, да, вот. И вот на этой карте, как вы видите, что при том, что карта указана не всех железных дорог, а именно скоростных дорог, о чем вот Алексей мы сейчас говорим все вместе, да, о Skyway, то есть это были скоростные дороги, потому что, как вы знаете, что средняя скорость обыкновенного поезда где-то 40-50 километров в час, хотя часто бывает и больше, но в целом такая вот скорость, менее 50 километров в час. Поэтому вот на этой карте вы видите, что, в общем-то, Китай был практически пустой, вот, и уже через 10 лет, тут видите, даже приведены цифры 2008, такую я нашел картинку, за 10 лет, 2018 год. Вот все вот эти вот дороги, которые были построены за этот период, сейчас их еще больше. Так вот, могу сказать так, что помимо, значит, обычных железных дорог, было построено еще 35, сейчас следующий слайд, да, вот, 35 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. В целом это больше, чем во всей Европе и Японии вместе взятых. В 2020 году планируется построить еще 2000 километров, а всего же в Китае на данный момент, ну, может даже уже чуть больше, 130 тысяч километров железнодорожных путей.
Дело в том, что поезда на магнитных подушках для европейских стран, они вообще самые дорогие считаются, да, и ниже вы узнаете цену, за которую заплатили, допустим, те же китайцы. Но для, скажем так, что самое интересное, что в европейских странах ищут альтернативу, да, поэтому если говорить о том, что мы с вами знаем, где мы присутствуем на каком вебинаре, мы можем себе понять, о чем, что они ищут. И, в общем-то, это время уже вот-вот должно прийти. Да? То есть я надеюсь на уже в недалеком будущем, даже в ближайшем будущем, это адресные проекты. Но для азиатских стран, где большая концентрация населения, эти поезда были, в общем-то, сделаны, вы знаете, и в Японии, вот сейчас в Китае, в общем-то, и самое удивительное, что комфорт и скорость сопоставимы с авиатранспортом, а по популярности превосходят и автомобили, и самолеты. Вот, это мы о чем говорим? Это говорит в первую очередь об, в первую очередь, безопасности, потому что многие, вы знаете, боятся летать на самолетах, в автомобилях постоянно тоже бывают автокатастрофы, большая, много гибели происходит именно на автодорогах. И вот Алексей сказал, что, возможно, в Skyway будет там 100 человек в год гибнуть. Я хочу привести пример, что тоже транспорт второго уровня, тоже читал статистику, так вот монорельс, который был построен и в Москве, и этот же монорельс был, то есть та же система была построена в Австралии, за 20 лет не было ни одного убийственного случая, то есть ни один человек за это время не погиб за 20 лет и в Москве, и в Австралии. Поэтому я думаю, что в Skyway будет та же статистика, и поверьте мне, что это дорогого стоит. Значит, что хочу сказать. Смотрите, опять-таки аналогия в чем происходит, что, допустим, если европейцы, они, вы должны выкупать землю, то в Китае с его масштабами, с его тоже огромными территориями, вот освоением этих территорий привело к тому, что китайцы стали придумывать момент, что необходимо не выкупать земли, а в общем-то строить на таких вот авиадуках, как они назвали, да. Но поверьте, что действительно это не смотрится так, как это происходило у нас в Skyway, потому что вы видите, какие колонны огромные, да, сколько это стоит затрат. В принципе, в Китае еще относительно недорого, то есть цена вот на такие авиадуки, в общем-то, за километр получается 23 миллиона долларов за один километр. То есть если сравнить даже с нашим скоростным транспортом Skyway, да, то получается, Юницкий говорит, получается, если 150, там, допустим, километров внутренний транспорт, это где-то от 1,5 до 3 миллионов долларов, то скоростной, допустим, 5 миллионов долларов за километр. 23 это для Китая, где дешевая рабочая сила, где, в общем-то, партия сказала, народ ответил, да, да, есть. И, в общем-то, вот видите, вот такие вот аналогии. Ну, конечно, не сравнить с той легкой паутинной, в общем-то, конструкцией, которая присутствует именно в Skyway. Далее могу сказать, что мы говорим о линейных городах. И я сказал, что да, действительно, в отдельной стране или в частности в Китае нету так называемых линейных городов в том понимании, в который смысл вкладывает Анатолий Эдуардович Юницкий. Но дело в том, что сейчас миллионы китайцев, которые не могли, которые жили, в общем-то, на одном рисе и занимались в основном сельским хозяйством, чтобы прокормить себя и свои семьи, проделывают сейчас путь в сотни километров, чтобы добраться до работы. И при этом они не меняют своего места жительства. Да? То есть при скорости, допустим, средней скорости 300 км в час, то понимаете, что 100-200 км это добирается менее там часа, да? То есть 30 минут, 40 минут и так далее. Поэтому, видите, в таких комфортных условиях, в общем-то, люди передвигаются, и это дало возможность также найти вот эти вот рабочие руки, собрать по всему Китаю, чтобы вот маленькие компании превратились в большие компании строительные. Вот, и сейчас, в общем-то, китайский бум еще обозначился именно тем, что
эти, в общем-то, люди стали профессионалы. Один из самых известных скоростных поездов в Китае, называется он Маглев, вот это из аэропорта Шанхая в город, ну, в центр города, там, до города, до Шанхая. Расстояние 30,5 километров, и для этого понадобится пассажиру всего 7,5 минут. Скорость при этом на максимуме, да, это есть и видео, есть и, в общем-то, в передаче я смотрел, в телевизионной, то ли «Орел и Решка», то ли другое. В общем-то, там максимальная скорость 431 километр. И меня еще вот поразила фраза, когда я смотрел этот ролик, что большую часть времени именно Маглев разгоняется, и большую часть времени он тормозит. То есть о чем говорил вот сейчас, когда ставили Анатолию Юницкому в пику, что ж ваш поезд не разгоняется, ваш юнибус не разгоняется до скорости 500 км в час, да, то именно в этом же идет и речь, что необходим путь для разгона и также необходим путь для торможения. Поэтому нам так и нужно именно вот минимум 20-25 км в час. Вот. Поэтому здесь я хочу сказать о том, что в общем-то мы на пути того, что это скоро будет построено, протестировано и показано. Да, ну и вот обратите внимание, что билет всего стоит 7,5 долларов, да, 50 юаней. И в связи с этим, здесь возникает такая проблема, что убытки именно на вот эти скоростные поезда, именно China, вот компания железнодорожных путей China Railway потеряла более 700 миллионов долларов. То есть, несмотря на то, что, в общем-то, поездов много, однако вот эти вот направления не используются, вы видели, какие поезда там, то есть вагоны полупустые, в общем-то, и так как стоимость очень высока, то не окупается, да. И вторая проблема, в общем-то, был очень большой скандал, был пойман чиновник, который возглавлял все это направление, да, за взятки и за то, что он давал вот эти вот послабления, в общем-то, заработал на этом деньги, 150 миллионов, был приговорен к смертной казни, сейчас у него пожизненное, вот. Но дело в том, что несоблюдение технологий, и так как китайцы строят быстро и не от, ну, скажем так, вот эти бетонные монолитные столбы, они должны были еще выстоять какое-то время, да, но сразу запускали поезда, то есть это вот микротрещины и так далее, то есть сейчас на многих участках была снижена скорость с 350 до 300, да, возможно, и далее будет вот это, пока у всех головная боль, что же с этим делать далее. Да? И самое главное, что так как это пока идет в минус, не утянет ли это железнодорожный эксперимент в кризис всю страну? Так задаются вопросы экспертам. Но здесь, как оказалось, ответ был уже дан. Изначально государство понимало, что 300 миллиардов долларов не вернутся в одночасье. Да, это было сделано на перспективу, но даже сейчас для государства очень важны макроэкономические показатели. И логистика перевозок создала благоприятный фон для развития территорий. И, как вы знаете, за вот это, в общем-то, было выделены деньги, напомню вам, в конце 90-х годов, да. То есть практически за 20 лет Китай добился поразительных результатов. ВВП страны приближается к мировому лидеру США, а по некоторым позициям вовсе его превосходит. И поэтому никаких снижений нету на строительство этих дорог, да? А наоборот, план развития железных дорог расписан в Китае до 2050 года. В общем, я хочу сказать о том, что в данный момент вот этот вот рисунок, которым я заканчиваю, да, я не знаю, есть ли тут люди, которые новички, но если есть и люди, которые, в общем-то, знают Skyway, инвестировали в Skyway, я призываю не спать, а продвигать Skyway как можно активнее, потому что он нужен всем. Это безопасность,
это оздоровление планеты, это оздоровление человека. В общем-то, тут тема очень большая, потому что здесь множество, скажем так, факторов, которые позволят SkyWay быстро развиваться, как только пройдет сертификация и тропические варианты, вот наши европейские варианты, да, вот. И как только поедет вот скоростной транспорт 500 км в час, поверьте мне, что экономисты очень быстро разберутся, где выгода, да, потому что строить за 5 миллионов или там за 3 миллиона километров, и за 23 даже по китайским меркам, в Европе этот показатель 40 миллионов долларов за километр дороги скоростной, да, поэтому, конечно же, здесь уже будут, в общем-то, в очередь стоять все заказчики, вот, но для этого нужно помочь, вот, и Анатолий Эдуардович Юницкий сказал, что нам необходимо еще, чтобы завершить 15 этапов, где-то 150-200 миллионов долларов, вот, я знаю, что есть страны, которые собирают по несколько миллионов в месяц, но это далеко не белорусы, поэтому давайте мы все активно этот вопрос зададим сами себе, как, в общем-то, от активных людей, инвесторов зависит, как быстро это все будет закончено, 15 этапов, и как быстро начнутся адресные проекты. Вот такие вот, такая у меня презентация. Спасибо, Алексей. Ну и да, благодарю, Олег, было очень познавательно. Это реальный пример китайского строительства дорог. Вот. И какой можно сделать вывод? Что транспортная сеть, она, несмотря на ее дороговизну, она планируется на годы вперед, она очень активно развивается. И когда, вот, наверное, даже можно привести пример, наш интернет. У нас раньше был интернет через диалап, такой, через модемы. Он был очень медленный, он очень слабо развивался. Вот, можно привести пример. Там или спутниковый был очень дорогой, так как аналогия самолеты. Вот. И потом, когда пришел Wi-Fi, пришли вот эти вот технологии ADSL, мгновенно просто распространилось, вот оно просто лавинообразно. Поэтому, когда приходит технология эффективная, недорогая, ну, эффективная, одним словом, то она очень-очень-очень быстро начинает внедряться. Вот, поэтому даже, ну, это такое вот небольшое сравнение. Вот, ну, и как уже Олег сказал, всего этапов у нас, все строительство, оно, во-первых, ведется с 78 года. В настоящий момент оно разбито на 15 этапов, и мы сейчас, по сути, находимся уже на окончании 14 этапа. То есть, если сравнить там 15-этажный дом, 14 этаж уже сейчас достраивается. Что необходимо сделать на 15 этапе, это построить высокоскоростную трассу длиной 20 километров, протестировать реальные скорости 500 км в час, вот, и построить трассу для контейнерных перевозок, потому как там очень-очень у нее большой потенциал, есть очень востребованность. То есть, в принципе, вот эти два направления, которые необходимо дозавершить на этом 15 этапе. Так как, вот уже Олег сказал, что кто-то есть у нас, кто продвигает проект, я в том числе продвигаю проект, есть две стороны медали. Есть техническая сторона медали, это инженерный состав, это наука, это все, что касается железа, бетон, IT и так далее. А есть, ну, два, то есть это поток технический, и есть финансовая составляющая, то есть любые работы необходимо финансировать. Так вот, в данном проекте финансированием занимаются обычные, самые обычные люди, которых много, которые сталкиваются с транспортными проблемами каждый день. Им надоели эти транспортные проблемы, они хотят их решить. Они хотят передвигаться на комфортном, удобном, безопасном транспорте. Но, естественно, просто это не благотворительность какая-то, то есть где ты профинансировал, ну и ждешь какого-то чуда. Это именно инвестирование. И каждый человек, который продвигает проект, вкладывает свое время, деньги и так далее в данный проект, он получает долю в этом транспорте. То есть каждая дорога, которая будет построена, неважно где, между Минском и Москвой, там, или между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком, или где-то там в Индии, между Дели там, или Пекином, то есть каждая дорога, построенная по данной технологии, она будет приносить человеку прибыль в дальнейшем, в будущем. И это очень дорогого стоит. Есть разные варианты входа. Есть инвесторы, которые от 50 долларов, есть инвесторы от 50 тысяч долларов. То есть абсолютно на любой кошелек, абсолютно любой интерес. Вот. Ну, естественно, чем больше пакет, чем больше участия, тем больше долей человек получает.
Ну и хочу отдельно остановиться на инвестиционном предложении, которое действует до 30 ноября. Это пакет на $5000. Вот его можно оплачивать в рассрочку по 500 долларов каждый месяц. Не пугайтесь цифр. Данный пакет, он чем особенный? То есть помимо того, что человек получает долю, он еще и как это, остается в истории. То есть каждый инвестор на данный пакет, его изображение будет в музее в экотехнопарке в Мариной Горке. Так как проект он глобальный, он такой экологичный, он масштабный, то ну и в принципе мы реализовав данный проект, можно будет смело там детям и внукам говорить, что я вот такой, я когда-то поддержал. И вот для них будет тоже память такая вот в виде голограммы в Мариной Горке. Обязательно посмотрим небольшое видео. Голографический стенд Skyway. Это музей. Музей находится в Мариной Горке. Он же музей, он же сам. Это все наши инвесторы. Что касается данного предложения, все эти предложения, они есть в личных кабинетах. Вот. При вашей заинтересованности все это можно посмотреть, узнать, какие условия и так далее. Еще один интересный слайд, почему все-таки выгодно поддерживать, так если резюмировать. Ну, это потенциально очень выгодное вложение финансов. Почему? Потому что приобретаются доли компании со скидкой в сотни раз. То есть технология уже оценена в какую-то сумму, то есть это, ну, была проведена оценка, это было 400 миллиардов, но, естественно, сейчас это потенциал. Вот. И чтобы выйти на этот потенциал, необходимо сделать какую-то определенную работу. Поэтому доли сейчас продаются со скидкой, то есть они продаются со скидкой там в сотни раз. То есть то, что стоит 1 доллар, продается сейчас за 1 цент. Поэтому вот на этой вот разнице это можно считать очень хорошим потенциально выгодным вложением финансов. Пожизненные дивиденды. Как я уже говорил, с каждого реализованного компании адресного проекта дороги вы получаете прибыль пропорционально количеству ваших долей на протяжении всей жизни. Есть много примеров, когда люди участвовали в строительстве, там, допустим, Панамский канал возьмем, да? Его строили там деды, прадеды, вот, а прибыль с тех проектов получали на протяжении там сотни лет и дети, и внуки. Поэтому это тоже очень немаловажный аспект. Юридическая защита. То есть приобретенные доли находятся в надежной британской юрисдикции. То есть это не где-то, допустим, ну, Беларусь, Россия, где могут отжать что-то, да, то есть это в британской юрисдикции, где есть специальный реестр, где есть наблюдатель за этим реестром. То есть это отдельный тоже такой пласт.
Интеллектуальная собственность. Так как это транспорт, который ну, уникальный, то есть он обладает интеллектуальной собственностью. И по сути люди, которые участвуют в финансировании данного проекта, они участвуют в этой интеллектуальной собственности, они как совладельцы данной собственности интеллектуальной. И вот заглядывая наперед, представляя те масштабы, которые, в которые может вылиться данный проект, вот, при реализации такого транснет всеобщей глобальной транспортной сети, то это потенциал стать компанией огромного размера, то есть на уровне гигантов, там Apple, Google, Microsoft, то есть есть очень-очень большая такая вероятность, то есть люди могут стать совладельцем такой огромной компании. Ну, естественно, все это передается по наследству детям, внукам, как уже было выше сказано. Поэтому у нас не благотворительность, это справедливый, честный. Есть люди, которые строят, есть люди, которые финансируют, и каждый, он остается, он получает долю вот в этой общем интеллектуальной собственности. И все вместе, таким образом, мы поднимаем транспортную отрасль ну, на совершенно новый уровень. То есть мы переходим, как когда-то перешли от лошадок к машинам, точно так же мы сейчас переходим от машин к вот такому юни-транспорту. Ну и тоже есть по поводу Экофеста. В октябре проводился Экофестиваль. То есть это такой, он в этом году проводился в режиме онлайн. Вот, есть записи, то есть можно посмотреть, как прямо вот Анатолий Дальевич Юницкий лично ходил по территории Экотехнопарка и рассказывал, что вот здесь вот у нас вот это построено, вот здесь вот это построено, вот это у нас такие планы. Тоже это в записи в YouTube есть, можно найти, посмотреть. Ну и в принципе на этом моя презентация подошла к концу. Может быть, у кого-то какие-то есть вопросы, задавайте. Вот. Если вопросов не будет, ну тогда еще можно посмотреть. Есть вот интересное сейчас видео, я еще нашел, оно на прошлой неделе вышло. Про почему транспортный комплекс Skyway уникален. Ну, пятый выпуск. Тоже сейчас посмотрим. Поэтому жду ваши вопросы. У нас сейчас есть пару минуток ответить. Вот, если есть какие-то вопросы. Ну, допустим, могу добавить, что сейчас для белорусов есть только один вариант. То есть, было раньше несколько площадок, которые финансируют технологию. На сегодняшний момент у нас осталась только одна единственная площадка, одна единственная площадка, через которую можно поддержать данную технологию. И это как раз-таки Skywalk Community. Вот, поэтому, если вам где-то там в другом месте предлагают, то ну, понимаете, что для белорусов только здесь. Так. В принципе, если вопросов нету, тогда давайте мы, наверное, уже будем прощаться. Ну и на прощание сейчас я включу несколько видео, таких интересных, последних. Посмотрим, почему же транспортный комплекс Skyway уникален. Мы будем проходить между городами, а также внутри городов и являться более экономичными. Несмотря на то, что есть такие уже давно устоявшиеся наши конкуренты, как метро, также трамваи, ну и сам автомобильный, в принципе, транспорт, но мы частично являемся и их конкурентами, и также им мы помогаем, потому что мы можем соединять разные ветки метро, которые не могут быть соединены по каким-то условиям, будь то застройка, будь то еще что-то, мы будем их объединять. Потом мы можем проходить через реки с меньшими затратами, тем, что мы будем вторым уровнем, не надо будет копать никаких туннелей, ничего остального. Уменьшаются также наши затраты и по металлоемкости. Мы являемся очень экономичными в этом плане, что достигается преднапряжением. Дело в том, что в мире на данный момент никто не занимается и никто не анкерит такого рода сечения, какие у нас.
То есть нашу дорогу мы проектируем сами. Поэтому уникальность любого узла анкерения, неважно на любой путевой структуре, какую вы здесь не увидели, на ЭТП или в Арабских Эмиратах, он уникален тем, что нигде таких узлов больше нету просто. Потому что это абсолютно уникальное сечение, и под него делается уникальный узел анкерения. Со своими требованиями на надежность, на, как я сказал, на электробезопасность и прочее. Сейчас завершается работа над созданием обновленной концепции безопасности транспортного комплекса. И там мы хотели бы предложить новую структуру, централизованную в основном структуру управления, где один центр управления занимается управлением всех объектов на каком-то достаточно протяженном участке или на всем транспортном комплексе, если он не протяженный. Центральная система управления, конечно, сама будет иметь в своем составе несколько подсистем. Одна из них, видимо, это будет радиоблокировка, центр радиоблокировки, аналогичные тем системам, которые эксплуатируются на железных дорогах, на магистральных железных дорогах. Ну и множество автоматизированных рабочих мест. В системе управления транспортным комплексом предполагается использовать и ряд интеллектуальных систем. Они будут заниматься составлением расписаний, организацией взаимодействия транспортного комплекса SkyWay с другими видами транспортных комплексов. Наша система позволяет располагаться не только на земле. Мы можем проходить по реке, по морю и делать тем самым офшорный какой-то порт, вот, где будет сделано место для погрузки, разгрузки того же транспорта судоходного, допустим, который не надо ему будет заходить близко к берегу, он будет разгружаться, загружаться и уходить дальше в море. А весь груз будет поставляться по нашему пути обратно. На сегодняшний день ВЭКС номер один из построенных транспортных комплексов – это линия порядка протяженностью километра. И она состоит из двух анкерных опор и напряженной путевой структуры. По верхнему пути ВЭКС номер один на сегодняшний день у нас имеется разработанное самоходное шасси высокоскоростного транспортного средства, которое нам необходимо для опробирования и оценки наших конструктивных решений, чтобы можно было в дальнейшем изготавливать опытный образец, готовый для сертификации. За счет того, что у них скорости намного выше, чем у обычных городских и грузопассажирских транспортных средств, нам необходимо конструктивные решения данных транспортных средств закладывать более надежные и безопасные решения, более конкретные алгоритмы управления как самим транспортным средством, так и комплексом, время реакции на любую изменяющуюся обстановку, она должна быть минимальной. Зачастую, если высота не меняется, то и энергии не должно никакой тратиться. Энергия в транспорте тратится только на сопротивление воздуха и на сопротивление качению. У нас экономия энергии достигается за счет отточенной аэродинамики корпусов наших транспортных средств. Но при этом скорости у нас выше, чем у классических транспортных средств. Поэтому энергозатраты будут меньше, двигаться с большими скоростями и обладать более высокими эксплуатационными характеристиками. С
Самое сложное в узлах Анкерения – это электроизоляция, потому что, как я уже сказал ранее, никто не использует такие узлы, никто не использует изоляцию на таких больших нагрузках. И речь идет не только о безопасности, но и о несущей способности данного материала. Поэтому большая нагрузка, конструкторская, инженерная нагрузка кладется на компанию за счет того, что многие испытания и цифры нам приходится подтверждать самим и узнавать. Пришлось над этим постараться, пришлось поработать немножко в других специальностях, открывать для себя новые инженерные горизонты, но это интересно. Немножко прокомментирую. Предыдущее видео было из Минска, Марина Горка, а это видео уже будет из Объединенных Арабских Эмиратов. Включение. То есть как это уже находится. Что происходит там? Сейчас идут параллельно. Как дела обстоят в Ближневосточном регионе, нам расскажет исполнительный директор компании Skyway Олег Зарецкий. Я исполнительный директор компании Skyway GreenTech. И я докладываю, находясь на крыше гостевого дома центра сертификации и тестирования Skyway. Весь центр сертификации и тестирования перед вами. Вы можете видеть завершенную первую линию, установленные промежуточные опоры второй линии, работы, которые ведутся по совершению инфраструктуры. Дороги, производится обратная засыпка линий коммуникаций, которые были установлены и протестированы уже. И что наиболее важно, мы начали строительство четвертой линии, которая пройдет в этом направлении. Я хочу отметить, что на прошлой неделе в этом гостевом доме была делегация правительства Шарджи и высшие чиновники из Министерства планирования города и управления дорог выразили очень большую заинтересованность в линии Skyway в Шарджи. Особенно они просили ускорить строительство четвертой линии, которая будет показывать движение контейнеров и грузового транспорта, потому что именно в такой линии шарджинское правительство заинтересовано больше всего. Сейчас мы проедем по анкерным опорам первой линии и посмотрим на строительство четвертой линии, которая уже идет. Первой линии.
здесь все закончено, произведена покраска. Внутри вы видите элементы анферной опоры. Здесь все закончено. И в принципе все готово к процедуре тестирования и сертификации Skyway Transport. Это Unicar. Он смотрится очень здорово снаружи, но внутри это сложнейший транспортный механизм, сочетающий в себе 4 мощнейших электромотора с индивидуальной системой охлаждения, дублированные системы кондиционирования, гидротормозов, очень продвинутая система автоматики с элементами искусственного интеллекта. И вот Unicar — это транспортное средство Skyway, которое будет двигаться на первой линии. Элементы первой линии вы можете посмотреть отсюда. Промежуточные опоры. И далее вторая анкерная опора, куда мы сейчас и проследуем. Мы находимся на второй анкерной опоре первой линии, и эта опора моделирует станцию транспортной системы Skyway. Можно увидеть высокую платформу для Unicar, низкую платформу для Unimus, и в целом данная анкерная опора тоже готова к процедуре сертификации и тестирования. Что не очень важно, потому что элементы транспортной системы включают также и оборудование станции, включая системы противопожарные, системы безопасности, системы допуска на пассажиров на платформу, систему посадки и высадки пассажиров из транспортное средство из транспортного средства. Таким образом, можно сказать, что первая линия готова к процедуре сертификации и тестирования. Сейчас я предлагаю проследовать на место строительства, где мы начали строительство четвертой линии Skyway. Вторая линия, трасса длиной 2 километра. Находимся на строительстве четвертой линии, которая пойдет в этом направлении. Если увидите, там в отдалении идут работы экскаваторные по фундаменту анкерной опоры четвертой линии. И здесь по этой линии идут работы по строительству 8 анкерных промежуточных опор. Соответственно, для того, чтобы выполнить все быстро и четко, мы выбрали одну из крупнейших компаний «Шарджи» «Альферхактибирус», которая гарантирует строительство и завершение четвертой линии в установленные сроки. И мы считаем, что мы справимся с этой задачей. В принципе, на этом у нас все. Я еще хочу поприветствовать Владимира Бастурника. Немножко поздновато уже вы к нам присоединились. В следующий раз приходите пораньше, к 8 часам по Москве. Вот. Ну и, в принципе, мы посмотрели сейчас Шаржу, посмотрели Марину Горку в Беларуси. Процесс идет, процесс... Так, Николай, вопрос. Моих коллег интересует вопрос. Есть ли возможность получения выплат по дивидендам? Так, выплат по дивидендам в следующем 2021 году до выхода на IPO на рынок ценных бумаг. Дивиденды это такая штука, которая выплачивается с прибыли. Чтобы была прибыль, мы должны построить хотя бы одну трассу.
То есть как только появится хотя бы одна прибыльная трасса, вот, и которая будет эту прибыль генерировать, то тогда да, можно будет рассчитывать на 20% прибыли идет на распределение между инвесторами. В таком случае, да, можно будет на это. Но в 2021 году я не думаю, что мы успеем что-то построить в 2021 году. В 2021 году будет первая трасса, это в крестьянско-фермерском хозяйстве у Юницкого. Там будет возить рыбаков. Но я не думаю, что там будет много прибыли, которую можно было бы потом распределять. Ну, она, наверное, будет, но она будет уходить, скорее всего, это не прибыль, это будет как выручка, которая будет ходить в расходы. Вот. Но основной доход будет, естественно, при выходе на IPO. И Владимир Буструняк пишет у нас: у меня iPhone 8, нет видео, не идет в этой программе. Ну, значит, надо включаться. Я смотрю, с айфонами вопросы есть не только у вас, Владимир, но еще вот у Лилии были вопросы, поэтому, наверное, вы включаетесь все-таки с компьютеров. С компьютеров тогда таких вопросов не будет. Ну, видимо, специфика такая. Так, ну, какие-то, если еще вопросы есть, задавайте. Вот, ну и будем уже прощаться. Вот у нас уже 1:20. Вот. Благодарю вас за ваше время, за внимание. Приглашайте ваших знакомых. Мы встречаемся каждую среду в 20:00. Вот. Технология действительно уникальная. Это возможность очень интересная вот каждому человеку. Присоединиться к большому, хорошему, качественному проекту. Потому что за эти 6 лет очень много проектов просто исчезло. Вот, но не Skyway. Skyway он идет, и он будет дальше идти там, ближайшие десятилетия. Вот, поэтому рассказывайте вашим близким, рассказывайте вашим знакомым, друзьям, делитесь данной информацией. Проект уже очень близко подошел к финальной стадии его реализации. Рисков очень мало. Ну, естественно, в любом проекте риски есть, но здесь уже рисков просто минимальные. Это несравнимо с тем, что было 6 лет назад. Вот, поэтому делитесь такой возможностью. Вот, и в принципе, буду рад вас всех видеть в следующий раз в 20:00. Уже не в количестве 10 человек, как было сегодня, а в количестве там хотя бы в 2 раза больше, 20 человек. Ну и будем продолжать двигать проект вперед. Вот. Всем спасибо. Благодарю за внимание. Ош шаарында инновациялық транспорттың долбуыры таныштырылды. Анын алқагында Skyway технологиясының видеоматериалдары көрсөтүлдү. Подготовили разработчики нового транспорта и предложения для Казахстана. Решения предлагают и для городов, и для республики в целом. Глядишь и понесемся мы, стань картинка явью по бескрайним просторам Сарарки в кабине струнного автобуса. Среди инновационных разработок рельсовый надземный поезд Skyway. 500 км в час, никакого шума и тряски. Стоимость поездки дешевле, чем на электричке, а расход топлива меньше, чем у автомобиля в 10 раз. Вот он, транспорт будущего. Европейский Союз может оказать финансовую поддержку трансграничным транспортным проектам, в которых участвует Беларусь. Об этом сообщил вице-премьер Анатолий Калинин на открытии транспортной недели. So the thing about innovation, it can make public transport more efficient. Каким будет транспорт будущего, эти дни обсуждают в Москве на форуме транспортной недели. Пассажирам Беларуси скоро может понадобиться электронный проездной. В стране испытывают транспорт будущего. Знаменитого конструктора Анатолия Юницкого, с которым в съемочной группе Первого Арктического удалось записать эксклюзивное интервью. Он реально обеспечит производительность. Как он... From Belarus, an elevated rail system that can also run a tram beneath it, making public transport infrastructure more efficient. И подвели итоги форума предпринимателей и промышленников. Наша страна первая в регионе предлагает так называемые струнные технологии. Новый вид транспорта сможет сократить время пути из Минска до Москвы до 1,5 часа. Второе место горячей пятерки.
На бывшем танковом полигоне в часе езды от Минска начали испытывать транспорт будущего. Итак, сегодня в программе говорим о том, кто и зачем... Сложно представить, но всего 2 года назад здесь был заброшенный танковый полигон. Сегодня это испытательный комплекс струнных технологий под названием «Экотехнопорт». Еще одно новое.